Ну, я поздравляю, кто там в чате написал, что он какает, Юлиана. Я тебя, конечно, поздравляю, молодец. Ребятки, вчера вышла вторая серия зомби-апокалипсиса. Новый сезон, в котором пока что две серии. Они в сумме длятся там, ну, полчаса плюс-минус. 36 минут они где-то длятся, 37. Чтобы не упустить возможность смотреть новый сезон. Вдруг он кому-то понравится. Я очень сильно прошу тебя, если ты вдруг еще не смотрел, и если ты вдруг еще не смотрела, хотя бы дать шанс. Я читаю все комментарии под вчерашним роликом и под сегодняшним роликом. Под сегодняшним роликом люди до сих пор пишут, что у меня дырка в стене. Вы что, угораете? 7600 комментариев и 3000 из них, что у меня дырка в стене. 27 секунд, вы заколебали. Дырка в стене, дырка в стене, у тебя дырка в стене, у тебя дырка в стене. Ну, короче, две серии зомби-апокалипсиса вышли. Я хочу тебя просто, донос так чешется, я хочу тебя просто попросить дать шанс этому сезону. Многие люди пишут то, что сезон крутой, и они ждут новую серию. Многие люди пишут то, что сезон, ну, такой, и не смотрят. То есть, как бы, на вкус и цвет. Логично то, что кому-то что-то понравится, кому-то не понравится. Но, как бы, если тебе вдруг не понравится, ты же можешь просто не смотреть новые серии. То же самое с подписками, ребят. Вы можете подписаться на канал, если вдруг когда-то вы захотите отписаться, можете взять и просто отписаться. Ну, то есть... Подписка бесплатная, никто деньги не заберет. Платная только спонсорка. Ну, даже если стать спонсором, можно потом отменить спонсорку. То есть, логично. Поэтому я всегда и прошу подписаться, чтобы не пропускать стримы. Нажать на колокольчик, чтобы всегда получать уведомления. И посмотреть новую серию зомби-апокалипс. Там две серии, я уже даже на канале отдельно плейлист создал. Просто дать шанс. Если понравится, посоветовать всем друзьям, подругам, знакомым. Вдруг вы будете вместе каждую серию новую смотреть. Будете собираться вечерами, там, друг другу делать какой-то попкорн, смотреть новую серию. Но, как бы, а почему нет, если такое можно сделать? Просто дайте шанс, я тебя умоляю. Просто посмотри, если кто-то вдруг еще не смотрел. Новая коллекция мерча вышла примерно неделю назад где-то. Куча людей уже купили коллекцию, я уже кучу людей пролайкал, я офигел, насколько круто смотрится эта коллекция. То есть, я когда смотрел по фоткам, я такой, вообще ништяк, вообще ништяк. А когда увидел, как она смотрится в реальной жизни, просто офигел, честно, просто честно офигел. Мои родители вчера поехали в Россию и к дедушке, папа поехал к своему папе и к своей сестре, они приедут через там 2,5 недели где-то. Я их попросил из России привезти мне мою же коллекцию мерча. Ну, потому что в Португалию я не могу заказать свой мерч, потому что сюда просто нет доставки. Но можно же заказать им, и они мне как бы привезут. Поэтому пока наркоманы Петрович заходят, я же могу быстренько это... Вот она! Японский просто футбольный магнат, смотрите. В первую очередь есть детские, женские, мужские. Вот эта коллекция, она такая шикарная, мать моя женщина, вот это вот. Тут есть даже костюм. И я себе хочу вот такой вот синий мужской. А мужского нет синего. А, потому что у мужского... Ребята, размеры даже заканчиваются, чтобы вы понимали. То есть уже нет М-ки, уже нет L-ки, чтобы вы понимали. Уже все раскупили. Есть еще XS-ка. А женский, только сайт мне не положите, сайт есть XXXS. То есть вот этот синий, это такой красопед просто, мать ты моя женщина, вот этот. Этот и вот этот миндальный, это два моих самых любимых цвета, есть еще один. Есть еще один, вот сейчас я зайду мужчинам, а мужская футболка хлопок. Мои самые любимые цвета. Вот этот темно-синий. Миндальный, офигеть какой красивый. Авокадо, вот этот, он такой болотный, но он мне так офигеть как нравится, с ума можно сойти. И лавандовый, мне нравится тоже очень красный, как выглядит, прям ярко. И лавандовый, то есть я своим родителям сейчас сказал, чтобы они привезли мне как можно больше этого мерча ко мне сюда в Португалию. Поэтому где-то через месяц, может даже меньше, через дней 20 я буду уже записывать стримы и ролики и стримы в своем новом мерче. Вот. Ну офигеть, как мне нравится новая коллекция. Мне кажется, вот эта коллекция Choose Your Sniper, выбери своего снайпера, это лучшая коллекция за все время. То есть... И рюкзак тут просто офигенный.
И вот эти другие коллекции, вот где снайперы, женский, мужской, детский, и вот эта, которая с подарком, в принципе, тоже хорошая. Но худи тут вообще шикардосные. Есть худи оверсайз, которое прям большое свисает. Просто посмотрите, сколько здесь цветов. У меня за все коллекции мерча никогда не было такого огромного количества цветов. Не цветы, а цветы. Ты понял, короче. Вот худи, я такой красный хочу, Вася. Вот такой красный. Вот, красный офигенный. Темно-синий. Синий, в принципе, синий даже, наверное, здесь лучше, чем темно-синий смотрится. Хаки вот этот вот зеленый. Миндальный опупенный. Серый, ну, серый, типа, я не знаю, мне не очень здесь нравится цвет. Коралловый, но это более женский. Мятный тоже более женский. Светло-розовый тоже более женский. Вот утренний латте. Мать ты моя женщина, что здесь за цвета такие офигенные? Утренний латте просто. Лаванда, вот это мягкое небо. По-другому голубое, ну не голубое, это мягкое небо. Горчичный вот этот. Да столько все эти вещи хочу. Я у своих родителей попрошу себе чехол на iPhone 11. У меня 11 Pro Max, вот он. Вот этот, просто посмотрите. Мой же мерч. То есть это мой чехол, который тоже можно купить на сайте. Ля просто. Так вот, обосраться сколько. Ну, я о том, что как бы скоро Новый год. У Деда Мороза можно как бы подарочки попросить. И вот это вот все, подарочки. Ну и на этом все. Всем огромное спасибо за просмотр. Новая рубрика мне нравится. Даже чем-то напоминает игру, которую я недавно проходил. Новый мерч мне тоже нравится. И, возможно, я его закажу. Но это не точно. Ну а если вам понравилось это видео, поставьте лайк и подпишитесь на мой канал. Ну а с вами был по-прежнему Агрик. Всем пока.